мырзаға алғысын айтып, осындай жарысқа шақырту алғанына дән риза екендігін айтты. Енді келесі кездесу Ресейлік. Сегодняшний вечер боев за экватор. Седьмой поединок. Встречаем мы представителя России Тимур Доронин из республики Татарстан. И сразу хочется отметить, Тимур Доронин приезжает сюда, в Караганду, уже второй раз. И первый раз он также участвовал в чемпионате Абадан и там одержал яркую победу. Видимо, вкус победы ему настолько понравился в республике Казахстан, что он приехал сюда уже во второй раз. Посмотрим, что он продемонстрирует. Рост бойца 178 сантиметров. Личный рекорд. Два боя, две победы. Боец является кандидатом мастера спорта по ММА. Кандидатом мастера спорта по всестилевому карате. Представляет клуб Дивизион. Зеленодольск. Россия. Тимур Доронин. И в красном углу боец Даулетхан Тусупов, Казахстан. Бойцу 22 года, вес 70 килограмм 300 граммов, рост 175 сантиметров, личный рекорд дебют. Боец является мастером спорта по тайскому боксу, многократный чемпион Казахстана по тайскому боксу, чемпион международного турнира по профессионалам в Таиланде по тайскому боксу, чемпион Кубка Абылайхана по муай-тай. Представляет клуб «Адамант» Алматы, Казахстан, Даулетхан Тусупов. Бойцы, правила боя знаете. Регламент боя 3 раунда по 5. Затылок не бьем. Снова дебютант у нас в ринге. Тусупов, Даулетхан, Казахстан. Что можно сказать по бойцу? Представитель, он яркий представитель тайского бокса и неоднократный победитель различных турниров по этому виду спорта. Кстати, многие отмечают, что именно тайский бокс наиболее приспособлен для ведения боя в стойке в смешанных единоборствах. Ну а Тимур Доронин, представитель карате, всестилевого карате. И сейчас мы посмотрим, что же произойдет. Пропускает тейкдаун Даулетхан Тусупов. И в сайт-контроль переходит север-юг. Нет, все же сайт-контроль Тимура Доронина мы сейчас наблюдаем. Кездесу бірден партерге ауысты. Әзірге бір ұтымды позицияда бастапқыда Даулетхан болып, енді қазір қарсыласы Тимур да өте сауатты қорғанып жүріп соққы жасауда. Ауырту әдісін жасайтын мүмкіндік болған, алайда ол жағдайдан шыға білді Тимур Доронин. Да, видимо, сейчас борьбу в партере, но особо никаких действий не производят соперники. Тік тұрып төбесіге рұқсат беру керек сияқты. Жоқ, дегенмен Доронин. А вот и маунт. Вот и маунт от бойца из России Тимура Доронина. Переходит он в доминирующую позицию. Посмотрим, будет ли болевой, либо сейчас начнет. Да, он начинает просто бить своего соперника. Отдает спину Даулетхан. Не самое лучшее решение, прямо скажем.
Енді ауырты қылқындыру әдісін жасауды. Тимур Дарронин өте ыңғайлы позиция. Қазір міне бастады ауырты әдісін. Осымен кездесу аяқталуы мүмкін қылқындыру әдісі. Дәулет хан. Я, осылайша. Вторая победа Тимура Дарронин. Женіске жетті. Қарсыласын қылқындыру әдісімен. Дәулет хан өзі партерде жақсы позицияда болып, арқасын беріп қойды да, осылайша жеңіліске ұшырады. Как я отметил, не очень хорошее решение было со стороны Даулетхана Тусупова отдавать спину своему сопернику, и Тимур Доронин воспользовался таким подарком. Он занял позицию сверху, перешел за спину своему сопернику.